когда вы заговорили об аварийности, я опять вспомнил книгу Панова, как к ним приезжал Будённый перед войной учить уму-разуму в военный округ, где служил Панов. Свою речь Будённый начал с того, что в их округе потери от аварийности превысили численность всей турецкой авиации вместе взятой. Ну, а потом уже по матушке. Семён Михайлович Будённый, военачальник, маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. В гражданскую войну командовал 1-й конной армией. В Великую Отечественную – главнокомандующий войсками Юго-Западного и Северо-Кавказского направлений, командующий резервным и Северо-Кавказским фронтами. Будённый проявил неспособность управлять крупными массами войск в условиях войны моторов. С 1943-го командовал кавалерией Красной Армии.